Ну что, ребят, собственно говоря, по традиции, солнце светит, все нормально, все по фэншую. Сегодня 27 января, мы проводим ралли. Начало пока многообещающее, народ подъезжает, у всех настроение хорошее. Больше пока ничего сказать не могу, все будет отлично. А мне что говорить-то, а? Дэн, стой! Вот сейчас вот эти вот все машины поедут туда, мы с тобой пойдем в снег, по яйцам туда залезем в снег, будем делать красивое фото. Моя сказка. Ралли-кросса я нашел, что сказать. Все прошло неплохо, людей было нормально, участников 17 машин, приезжали интересные машинки. Правда, два человека у нас выбыло, но это, как говорится, уже мелочи. Было красиво, было много зрителей, всем, я думаю, понравилось. Для нас это новый опыт, я думаю, дальше будет лучше.